Пиздец. Столько пробовался и в одну руку попал. Я пробую еще раз. Так, поближе. Просто нахуй, блядь, пиздец. Двинемся дальше. Двинемся ниже. Я не вижу, не видно уже. Очки запотели. Кто? Да. А? Потолке вообще. Думаешь? Я вижу. Посмотри расстояние. Ничего. Давай проверим. Так, а что так получается? Я вроде же измерял, что расстояние должно быть. Интересно. Ну ладно, тогда получается ниже еще будет. Понятно. Тогда понятно, почему там запустилось. Видимо, за потолком там еще одно отверстие было. Еще выше. И там за потолком одно было. Короче, получается, там за потолком, получается, вот это нижнее отверстие, это практически уровень потолка, там немножко, чуть выше потолка получилось. Теперь будет двигаться еще выше, уже вот, канал. Так. Сейчас буду расширять.
уже для этого смазывал. Чтобы трубочку вставить, а что получается из-за арматуры, там что получится, так хорошо. Так, остается только лишь вставить трубку и дальше уже кабель канала.